Всех приветствую. Подходим к маленькой башенке. Дорога, конечно, больше по корням тут. Ну, по корням хорошее сцепление. Но песчаник явно он такой рыхлый. Сейчас посмотрим дальше, что мы тут увидим. Ну вот, практически дошли. Пару шагов осталось. Тут еще есть какой-то небольшой замок. Надо тоже посмотреть будет как-нибудь. Что тут написано? Ты можешь прочитать? Это S такая, да? Ну, а вообще какая-то странная. Это, о, блин. Напишут. Не могу сказать, что это. Античка сохранилась. Идеально ровно. Колото. Или это новодел. Но по ощущениям скажу вам, прочность очень высокая, видно. Сейчас, секунду. Вот мой бундесверовский ножичек. Хоть так определять, но с тем песчаником, с которым я работал, очень серьезная разница. Прям разница земля и небо. Ну, вход, я понимаю, скорее всего, закрытый. А жаль, туда, там вверху беседка есть огромная, ну сейчас со стороны, ну и похоже вот та же самая обработка, это скорее всего литье. Вот тут это видно хорошо, и видно его, то что он темный обычно такой, у него прочность очень высокая. Вот это та же самая обработка, вот такими, как стиральной дошкой. Все, закрыто? Ну, конечно, что для, специально для тебя оставят. Я не знаю, ну да, никого тут нету, от вандалов, конечно, понятно. Должен кто-то тут постоянно находиться, чтобы ничего не ломали. И тут есть такие неадекватные. Ну, низ он, в принципе, весь вот такой вот. Такая. Как дощечка. Вверх вот эта сторона такая колотая. А вот стыки, конечно, ну вот только над окном посмотреть. Да, видно там. Сейчас приближу. Видно. Та же самая обработка. Ну, блоки довольно очень массивные. Вот тут даже один лопнул. Толщину, к сожалению, нереально посмотреть. Но думаю, они очень толстые. Блоки просто огромные. Не, даже не представляю, сколько они могут весить. Тут вот что-то засыпано. А что, вопрос неизвестно. Возможно, какой-нибудь вход был куда-нибудь. Ну, это понятно. Новодел, видно. Его и подолбили зубилами. Вот такой блок огромный. Ничего себе, сколько он весит, интересно. Если бы еще толщину знать. Если у него еще такая же толщина, то огромный. Это надо мерить и считать. Но как-то он высоковат, чтобы это просчитать. Его вес. Ну и эти тоже не маленькие блоки. Сколько они по длине? Так, у меня было тогда, я считал, 1,10 м. Сколько было? 6 раз, по-моему, 1, 2, 3, 4. Не, я думал, он дальше идет, все кончился. Тот вроде чуть левый побольше, какие-то поменьше.
Жаль, конечно, входа нету. Очень жаль. Ну и тут в форме плит огромные. Но тут, похоже, вот тут другой совсем, более мягкий материал. Да, его на ощупь, он, песчаник, он прощупывается даже. Этот мягче. Вот это верх, самый, какая огромная плита. С вот этим вот, как он называется-то, скажи, клевер или как? Забыл. А? Клевер, да? Интересное здание. Вовнутрь, конечно, бы наверх. Сейчас со стороны вверх попробую снять. Ну вот, немножко забрался. Повыше. Там просто огромная такая беседка. Вот где отдыхать. Наверное, и обзор оттуда неплохой. И там камни в самом верху закругленные, потом колотые, потом ниже вижу уже похожи на новодельные. Колонны вроде как выглядят непонятно. То ли старые, то ли новодельные, не знаю. Либо этот камень там, который светлый, чистили, нет, вижу одну вставку. Явно свежая, совершенно свежая. Трудно сказать. Но прикольная башенька такая. Вот мы уже, там дальше башня была. Начали спускаться. Чтобы сориентировать, высота. Очень высоко довольно. И... довольно крутой спуск теперь нам предстоит. Ну, ничего страшного. Надеюсь, вроде тропинка есть. Надеюсь, спустимся. Вот еще одна водонапорная башня, типа, но огромная. Там вот проход такой. Идет наискосок наверх. Просто очень огромная. Интересно, ее продают или нет? Интересная башня. Вот в такой дом устроить. Прикольно было. Вот такие вот двери. Водонапорную башню делали когда-то. Тысяча 1881, по-моему, там единица, конечно, немножко какая-то интересная. Обалдеть. Сетка порванная, ограждение прошел прям близко. Вот там, показывал я, для прохода сделаны типа ступеньки. Там вон. Но это явно похоже на новодельное такое. Уголки там торчат, швеллера. Наверное, позже приделывалось. Поэтому и разрушилось. Хотя, кто его знает, смотри бы, конечно, это все посмотреть. Было бы интересно. Но огромная башня, просто она такая широченная. Стоит заброшенная, я не понимаю. Неужели ее не продавали, нельзя было тут ее продать? Я представляю, какой тут можно прикольный домик устроить. Не знаю, там, конечно, по-любому какая-то цистерна сверху стоит, наверное, огромная. От нее избавляться, наверное, проблема. Хотя порезал на металлолом. Интересно, внутрь бы попасть.
Там на самом верху еще он как типа беседка с окнами. Вообще прикольно.